Это был крупнейший банк на постсоветском пространстве, самый крупный частный банк, раз. И, конечно, у меня было множество других активов, и при этом я финансировал оппозиционные силы скрытно, но, конечно, власть понимала, невозможно такие средства выделять, когда есть телевидение, газеты, у кого-то, и все понимают, что это просто так не бывает. И, собственно, это явилось причиной того, что у меня выдавили из страны, то есть я успел вовремя уехать, и конфисковали мою собственность. Конечно, я был миллиардером, очень крупным, но у меня сейчас ничего нет, чтобы вы понимали. Сколько денег у вас было на пике? Самое большое количество. Здесь в кэше, наверное, считать не очень правильно, но я могу сказать, что только банковская группа, она у меня была не самая крупная, оценивалась в 12 миллиардов долларов. А суммарно, если весь бизнес, это ну, на тот момент более 20 миллиардов долларов. То есть у меня конфисковали активы более чем на 20 миллиардов долларов.